В Югре построят 3 новых спорткомплекса с ледовой ареной. Новостью поделилась заместитель губернатора округа Елена Шумакова на полях Петербургского международного экономического форума. Минспорта России по результатам отбора проектов одобрила заявку Югры по строительству новых спортивных сооружений в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и Нижневартовске. Регион получит субсидию с федерального бюджета. Так, на строительство ледовых арен округу выделят порядка 280 миллионов рублей. Это очень своевременная такая новость, потому что мы приняли решение о создании большой академии развития хоккея «Югра», куда войдет и наш следж-хоккейный клуб, и наш хоккейный клуб, и наши детские школы. Поэтому возможности для того, чтобы заниматься и зимними видами спорта, и летними, и национальными видами спорта в регионе будет становиться все больше и больше.